Привет, братцы рыбаки. Очень часто для монтажа различных рыболовных снастей нужны вот такие вот бусинки. И если у вас нет возможности где-то их купить, или неохота, допустим, с AliExpress долго ждать, сейчас я вам покажу очень простой способ, как их можно наделать самому. В любом детском магазине продаются вот такие вот пульки разных цветов для игрушечных пистолетов. Они без дырочки, то есть вот такие вот шарики стоят, ну, такой вот бутылек 10 или 15 рублей. Также мне понадобится сверло толщиной 1 миллиметр. Также я взял кусочек вот пластика, немного его нагрел и сделал вот такую вот штуковину, зажимчик. Собственно, вот и все. Теперь осталось только их наделать побольше сразу, и все лето так буду обеспечен. Беру вот эту вот штуковину, заправляю туда вот таким вот образом шарик в тисочках. Поджимаю, чтобы он не прокручивался. И аккуратненько дрелью, приблизительно по центру, начинаю сверлить. Вот и все. Бусинка готова. Сейчас потрачу минут 15. Все вот эти шарики засверлю. И на все лето я ими обеспечен. Попробую просверлить более толстым сверлом. Это уже 2 миллиметра. Тут поджимать уже надо, наверное, чуть посильнее. Как видите, более толстым сверлом тоже все сверлится нормально. Более толстое отверстие просверлил для монтажа колокольчиков. Вот таким вот простым способом можно изготовить целую кучу бусинок для монтажа рыболовных снастей. Кому понравилось видео, ставьте лайки. Кому не понравилось, ставьте дизлайки. Что-нибудь пишите в комментариях. Подписывайтесь на мой канал. И до новых встреч. Всем пока.